Сегодня оглашен приговор по делу о гибели хоккеистов Ярославского «Локомотива». Обвиняемый, один из руководителей авиакомпании, отвечавший за организацию летной работы, получил 5 лет в колонии-поселении, но был освобожден прямо в зале суда в связи с амнистией по случаю 70-летия Победы. Вадим Тимофеев признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Как сказано в приговоре, квалификационные проверки командиром экипажа проводились фиктивно. Гособвинение еще не определилось, будет ли обжаловать решение. Напомню, самолет, на котором команда «Локомотив» летела на игру в Минск, упал в сентябре 2011-го при взлете из Ярославского аэропорта. Погибли почти все, кто был на борту, 44 человека, выжил лишь борт-инженер.